Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! В Алании воскресенье. 26 марта. Мы пьем чай и отправляемся за покупками в магазин мебели. Сегодня я вам расскажу все о мебели в Турции и сколько она стоит. Немного о погоде. Погода сегодня стоит жаркая, солнце светит, очень-очень тепло. Помимо рынка, вот в таких вот магазинчиках вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, авокадо, апельсины, яблоки. Ну и, конечно же, свежайшая клубничка. В этих магазинах чуть дороже. Стоит она здесь 8 лир. А еще вот такие вот красивые цветы высадили по всей Алании. Ну и пока мы ждем нашего водителя, Айхан пьет чай. Чай газельмы? Вкусно. Вкусно? И покажу вам еще баклаву и цены на баклаву. Скоро сделаю отдельное видео. Баклава вкуснейшая, сочная, свежая, от 35 лир, 38 лир. И там вот вдалеке видно по 60 лир. Ну, в общем, средняя цена на баклаву получается 30-35 лир. Кстати, кто-то еще спрашивал про мед, стоит ли его покупать в магазинах. Вот вы видите там вдалеке мед в сотах. Вот это вот, наверное, самый вкусный и полезный мед, поэтому старайтесь брать именно такой мед в сотах. Мы уже приехали в один из мебельных магазинов, и я вам хочу рассказать три основных способа, как покупать мебель в Турции. Первое, вы можете прийти вот в такой вот красивый магазин, выбрать мебель, подобрать цвет, ткань, фурнитуру. В общем, все, что подходит под ваш интерьер. Два, вы можете купить мебель в интернете, что мы обычно и делаем, потому что в интернете больше выбора и дешевле. И третий способ, вы можете пойти в комиссионный магазин и приобрести там мебель. Если вас интересуют комиссионные магазины, пишите в комментариях, я вам обязательно дам ссылки на Google карту. Ну а сейчас на примере нескольких магазинов я покажу вам цены на мебель. Конкретно магазин какой-то рекламировать я не буду, просто ходите по всем магазинам, смотрите и выбирайте. Ну а сейчас давайте посмотрим мебель и ассортимент. Сейчас мы находимся в одном из магазинов, и вот вы видите цены. Это магазин не дешевый, здесь очень хорошее качество мебель. И вот такой вот набор стоит 7940 лир. Вы можете выбрать различные цвета, серый, зеленый, вот такие вот разноцветные, можно выбрать и подобрать аксессуары. Вот, например, обеденная группа, стоит 4950 лир, очень красивые цвета, я прям обожаю сочетание таких цветов. Вот такая вот группа для гостиной, 6806 лир, и как вы видите, тоже можно подобрать разные-разные цвета и подобрать тот цвет, который будет подходить к вам по интернету, к интерьеру к вашему. Здесь есть и классического плана мебель, и очень современная, и темные цвета, светлые цвета, разнообразные формы, модели. В общем, друзья, очень большой выбор различной мебели. Вот посмотрите, какая классная группа для гостиной. Такого плана мебель я очень люблю, и стоит она 7777 лир. Вот, например, представлена спальная комната 11476 лир. Ну и, как я уже сказала, в этом магазине цены не дешевые, поэтому средний ценник на мебель здесь от 6-7 тысяч лир, но очень качественная мебель и большой выбор. Теперь давайте отправимся в другой магазин, который более дешевый. Здесь также представлено очень много аксессуаров. Посмотрите, какая красота! Цветы искусственные, подсвечники, рамочки, столики, свечи, вазы. В общем, очень много всего красивого. Но цены не из дешевых. Есть, видите, даже товары со скидками. Ну, например, посмотрим, сколько стоят вот эти столики. Они у нас стоят 1200 лир. Большой здесь выбор. Поэтому, друзья, если вы захотите купить мебель и аксессуары, ходите
по разным магазинам. Посмотрите, какая красивая. Вот на балкон. На балконе смотрелась бы эта группа просто потрясающе. Или где-нибудь в саду. Мы побывали еще в нескольких магазинах, но цены там были примерно одинаковые, как в предыдущем магазине. Приехали мы опять в Кочетаж. Мы ищем мебель для офиса. В Алании, кстати, есть еще один магазин, где продается очень дорогая эксклюзивная мебель. Стоит она десятки тысяч долларов и евро. В общем, мы ищем кое-какую мебель для офиса, поэтому дорого нам не надо. И мы приехали опять в Кочетаж и далее сходим в Салы Пазары. Поэтому давайте посмотрим, что же есть из мебели в Кочеташе. О, мерва. Там продаем. Айхан. Ben, hayır, ben kendimi göstereceğim. Belki ben perdeler hakkında söyleyeceğim. Ama ben kendim meşhur olmak istiyorum. Hadi. Также в Кочетаже продаются готовые шторы. И видите, здесь есть скидки. Например, 150 на 270. Это, наверное, одна штора. Стоит она сколько? 94. Есть вот такие чуть подороже. Поэтому можете за шторами тоже сюда приезжать. Приехали мы в Кочетаж, здесь более демократичные цены. Вот смотрите, такой набор мебели стоит 2440 лир. Детская мебель можно купить отдельно, можно купить все вместе. Еще один набор 2645 лир. Конечно, выбор здесь очень-очень маленький. Есть шкафы, различные комоды, стулья. Ну вот все, что здесь есть, вы видите. Но достаточно демократично. Кстати, друзья, не забывайте, что у этих больших магазинов, у Кочеташа есть свой сайт, на который вы можете зайти и посмотреть, выбрать мебель ту, которая вам нравится. Потому что в магазине очень маленький выбор, а на сайте ее очень много. Поэтому заходите на сайт Кочеташа и смотрите, выбирайте мебель. Вам ее привезут с доставкой на дом. Как я уже сказала, это магазин эконом-класса. Мы здесь иногда покупаем кое-что. Ну, в общем, стандартный эконом-класс, достаточно дешево. Качество среднего уровня, но и с такой мебелью тоже. Мы уже приехали в Аланию, но ничего здесь не будем покупать, а приехали покушать наш любимый кумпир. Очень много в Алании народу на фудкорте. В общем, мы решили не ждать и решили поехать сначала в магазин Салы Пазары, последний магазин мебельный, потому что, друзья, что-то невероятное происходит, когда мы идем на шопинг. Сначала я очень радуюсь, предвкушаю. А потом через пару магазинов мне становится нереально скучно, и я уже не хочу никакого шопинга, а просто добраться до компьютера и заказать все по интернету. Поэтому сейчас мы едем в Салы Пазары, посмотрим, что там с мебелью. И поедем уже кушать в центре, в наш любимый ресторан. Поэтому едем в Салы Пазары и покажу вам, что там есть. Как я уже говорила, в Алании очень много народу. Здесь есть вот такой вот магазинчик, где можно купить различные сухофрукты, чаи, орехи и так далее. Поэтому, если будете в Алании, обязательно сюда заходите. Быстренько вам покажу, что здесь есть. Ну, с этого магазина у вас на канале у нас уже есть видео, поэтому по ценам подробнее расскажу в следующий раз. Ну, а сейчас мы отправляемся в Салы Пазары. Ну что, мы приехали в магазин Салы Пазары. Конечно, здесь снимать не всегда разрешают, но я вам покажу примерные цены на различную мебель. Здесь вообще самого низкого качества мебель. Но, кстати, по ценам не так уж и дешево. 5800 лир. Есть здесь спальные наборы, например. Здесь я цену не вижу. В общем, можно, наверное, купить все отдельно или вместе. Есть какие-то классические наборы, современные. В общем, вот такой вот стол стоит 1500 лир. Вот такой вот набор. Как я уже сказала, здесь мебель среднего уровня. И в итоге мы здесь, естественно, ничего не купили.
Например, столы на кухню 689 лир, но эти столы можно намного дешевле купить и в интернете. Вот диваны достаточно дешевые, по 559 лир. В общем, вот такой вот. Я пытаюсь скрыться, чтобы мне не запретили снимать. Вот такой вот выбор мебели. Есть интересный набор, но больше всего мне понравился вот этот. Этот набор стоит 6400 лир. Есть еще вот такая здесь садовая всякая разная пластиковая мебель. По цене, как вы видите, от 50 лир за штуку. 109, 111. Ну, в общем, пластик на балкон или в сад. Наш поход по мебельным магазинам закончился. Я думаю, что вы познакомились с основными ценами. Ну и в итоге я пришла к выводу, что я все закажу в интернете, потому что в интернете намного дешевле и больше выбор. Мы уже покушали и отправляемся по делам в офис, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Хочу вам показать немножко, что происходит здесь у нас на набережной. Много народу, стоят корабли на причале, детишки гуляют. Вот такая вот здесь сегодня атмосфера. Ну а на сегодня я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Ну и, конечно же, друзья, приезжайте в солнечную и красивую Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока.